Необычное поведение белого медведя Ермака сняли посетители парка Роев-Ручей. Хищник попил воды, после чего начал вести себя странно. Очень медленно сел на задние лапы, закрыл глаза. Затем и вовсе скрутил губы в трубочку и начал пускать пузыри. Все это сопровождалось урчанием, тяжелым дыханием и мотанием головой. Пришедших посмотреть на Косолапова удивило такое поведение. Они даже предположили, что животному стало плохо. Однако сотрудники зоопарка говорят, волноваться за Мишку нет причин. Так ведет он себя, чтобы привлечь внимание. От Ермака отказалась мама, и выкармливали его сотрудницы зоопарка. Именно так он научился с ними общаться. Мишке неплохо, Мишке очень хорошо. Он, по сути дела, вырос у них на руках, сосал соску, и поэтому он привык к людям, привязался. И вот у него такое поведение, он когда видит людей, посетителей, он начинает причмокивать, слюнку пускать, для того, чтобы привлечь к себе внимание, чтобы с ним поговорили. В этом ничего такого странного нет, ему неплохо, он не болеет.